Здорово, здорово, дорогие друзья. Здорово, здорово, дорогие. Не. Как я давно не слышал этого. Ладно. Здорово, здорово, дорогие друзья. Как всегда, я Эван. Мы продолжаем играть на сервере с Матроем Тай. Все как всегда. И это возвращение блудного сына, можно сказать. Короче, Димон вернулся. Добрый вечер. Да, задержка, конечно, интернета обожаю просто. И пошел в жопу. Как вы поняли, ё-моё, у тебя резина с матра. И давайте все вместе. Ну, блин. Угу. Сколько она тебе заплатила? Как вы поняли по названию ролика, это прятки по фото. Что-то мы катались и решил записать спонтанно серию. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Короче, пацаны. Я пошел прятаться. Нет, назад вернулся. Димон купил М-ку там, ООО 434 на 58-м регионе. Ну, жаль, что не 887, но они уже... Ну, а если сложить? Кстати, да, если сложить, будет 887. Вот это поворот! Люблю, когда у меня монитор тухнет. Короче, тухнет, да. Прям как очко моей бывшей. Короче, я, кстати, на свой X5 70 поставил губу, оказывается, там еще губу можно поставить, и все. Типа, больше тюнинга нету. Я, короче, орел, а ты решка, понял? Кто, короче, выпадет, тот идет первый прятаться. Понял? Привет, Сири. Подкинь монетку. Привет, Сири. Привет, Сири. Функция Сири недоступна. Окей, Алиса. Окей. Привет, Алиса. Сири. Чем я могу помочь? О, подкинь монетку. Выпал орел. Изи. Я первый. Ты залог конская. Короче, пацаны, давайте я уже спря... блин, так бы неинтересно было. Пацаны, я ступил. Было бы интереснее, если Димон ездил по карте. Я это и искал. Только ты нажми J, плиз. Чтобы интересно было. Да все, нажал. Типа, чтобы интересно хотя бы было поискать, а то так будет не очень интересно. А ты мне фотки куда кидать будешь? Я скину фотку в Инстаграм. Инстахлам? Инстахлам, да. 100 грамм. 100 грамм я тебе скину. Прям на рюмочке напишу. Короче, я поехал прятаться, отошли ему фотку, и мы продолжим. Я тут F8 чекаю, и почему-то я тебя нашел. F8? Да. Чат. Да оно по пути было. Ну короче, фотка в студию. Да, где? Грузится, вот. Ты возле заправки? Да. Все, я... Нет. А где? Я на том месте. Наверху, да? Сразу говорю, это SF. Молодец. Подожди, стой на месте, стой на месте, секундомер. Мы же первые, это все, можешь ехать. Посмотрим, кто первый. И пацан у нас 987 тысяч, нифига себе. Так что не очень так уж изи было. Ладно, Димон направляется возле полицайки. Он сказал, что это SF. Ну посмотрим, SF это... Лишь бы меня не крашнуло. Ну типа мы время остановим-то. SF то SF, но найти это место тоже как бы не из простых задач. Потому что я его очень долго искал. Ну ты-то долго, а я так запрячу, что ты меня хрен не делаешь. Ну ты худ вырубил, да? Да. Все, давай. Блядь, ну чик меня нахуй. На F90. А то я по мокрому только не несет. Ты сейчас возле аэропорта, да? Да. Да, я вижу. Можно я тупо хочу сейчас за аэропортом? Нет, нельзя. Сука. Потому что там очень много этих черных меток. На квадратный метр. Да я чую, у меня еще крашен только выиграл.
ЕКХ. Это я вижу, ты едешь. Едешь, камера. Так, пацаны, напишите, пожалуйста, в комментарии, заходит вам данная рубрика или нет. И, типа, интересно смотреть, как мы там прятаемся, показываем там интересные места, где, может, вы даже и не знали, где они находятся. Вот. И что думаете, если мы запишем БУ батл? Ну, типа, я знаю, типа, ГВР, там, плагиат, и т.п. Ну, просто интересно же, да? Это было мне, кажется, интересно. И что на... Если я запишу там другие игры, а-ля The Long Drive, или не сказать, нет. Короче, хотел сказать, что последующие видосы, наверное, буду снимать без монтажа, чтобы они чаще выходили. И они, ну, типа, будут норм, но без монтажа. Вот, самолет летает. Самолет? Нет, я ушел в буду! Курва! На этом месте я тоже упал. Ну, короче, напишите в комментарии, с монтажом или без. Просто если без монтажа, они будут выходить чаще. Вот. А так-то, я думаю, норм будет. Сейчас я только на чиповку заеду. На какую чиповку? ПСФ. Ты сейчас вот, только сел в транспорт. Тем временем прошло уже 2.5 минуты. 2 минуты? У меня 10 на 1, я успею. Да. Ну ты видел, я тебе нормально сфоткал, а тебе не сфоткал там бочину на месте, там на фоне серой текстурки, блин. Я тебе захватил еще там слева, справа, чтобы видно хотя бы было. То так бы Unreal было просто сразу. Вот. О! Я думал, ты крашнул уже. Да нет. Эй, чипс меню. Так, сохранение. Какую мне поставить. О, обед. 3.15. Нажмите Alt-Z, чтобы использовать игровой оверлей. Я только что чуть не обосрался, думал, что уже запись опять не врубил. Я тебя убил нахер. Так, Димон ВСФ промышляет. Ездит возле БУ. Ауди салон проехал. И куда он едет? Не знаю, он сейчас куда-то... А хотя не врезался. Едет прямо. Выезжает на дорогу к больнице. И он подъезжает к больнице. Сейчас повернет налево. Не направо. Кто мне его в 9 написал? Черты? Мне никто не писал. Типа... Приехал Димон. Давай дальше. Налево, направо, прямо, назад. Куда ты поедешь? Сейчас я напишу пацану. Ты-то пиши. Но время-то тикает. Тик-тик, так. Пацаны, еще. Кстати, нам надо врубить. Я тебе найду. Я тебе найду и выебу. Прямо едет. Едет направо. Вот возле. Да. Не туда поехал. Хотел сказать ЖД, возле майки. Назад. Че, в пончик сейчас будет? А, нет, это же ниже. И куда он заезжает? А я не там. Кстати, первое место, куда спрятаться, я думал именно там. Но я передумал, слава богу. Опа, крыши знакомые. Так, блядь. Едем, куда он, посмотрим, куда он приедет. Опять к этой майке приехал, ну что дальше? Что, налево? Направо, окей. А дальше? Ну. Где ты? Куда он едет? Едет где-то между майкой и этой фигней крутящейся. Сейчас заезжает на эту фигню. Опа, а я не там. А тем временем прошло уже 5.30. Пацаны, напишите. Просто давайте так, если этот ролик наберет, ну, хотя бы лайков. 20. 10. Давайте 10 лайков, короче. И мы сделаем... Хотя нет. А хотя да, 10, короче, 10 лайков. Если мы набираем, то мы записываем с Димоном, как когда-то, можно ли выбить блат номера с автосалона, как это мы делали еще. Воу, что меня ТП хнуло назад? Очень давно. Короче. Не знаю. Чё тебе там ТП-ха, я туды-сюды. До-до. 6.05.
Теперь честно, с худом или без? Без. Прям клянешься? Да. Матерь родной? Да. Окей. Короче, 6 минут и 5 секунд он не нашел. Теперь давайте я уже буду стоять и подожду, пока он мне отошлет фоточку. Вот. Так что, блин, ну какой же икс офигенный просто. Главное, блин, были бы... Было бы вот эта полочка белая, а внутри диск черный, это был бы такой сок просто. Диски. Диск. Ты хочешь диск? Я жду. У меня-то есть один диск, но я его выпущу, если смотря к новому году не выпустит обновление. Это будет диск, да. Я надеюсь, вы опять его не задизлайкаете. Это было просто по рофлу и по угару сделано, вы что-то мне задизлайкали. Обидка. Короче, давайте. Димон отправит нам фотку и мы продолжим. Так, пацаны, вы видите эту фотку там слева на экране, я ее пока еще не вижу. Мне нравится мой iPhone, конечно, 6s. Вроде подключил зарядку, а батарея... А вроде бы и нет. А батарея это... Садится. Так. А, я даже узнаю уже где это. Где? Запустил секундомер? Нет, погой, ну ты. Это точно LS, я тебе так скажу. Точно LS, а где? А? Ну сейчас увидим. Короче, я ставлю, что я за 3 минуты к тебе доберусь. За сколько я до тебя добрался? 6.05. Ну, забей, что сказать. Я сейчас езжу на месте там, где мы свадьбу снимали. Ставь лайк, если я смотрел свадьбу. Эх, так вот. Дизлайк, если ты петух. Да, дизлайк, если ты петух. Это про тебя говорю. Как там говорили? Если лайк не поставил. Лайк поставь за 10 сек. Лайк не поставил, Бобби не вставил. Во, бля, пацаны. За снег лайк, только он что-то такой пересвеченный, что это жопа просто. Ну типа, бля. Как там у рыбки стоять, а? Я поставил снег и тачку начал просто носить. Блять, у меня в дождь сейчас носило. В дождь тоже носит, типа. Напишите вообще. Хотя, что я вечно напишите, вы же не пишете. Хватит эту мэрию СФ гонять. Мне говорили, что... Это, типа, добавили, типа, если дождь, там тебя больше заносит, типа, т.д. и т.п. Ну, вряд ли это правда. Мне кажется, смотрю, они не такие, блин, просто работолюбивые. Фу, блядь, короче, ты понял. Короче, они не будут запариваться на этом вопросе. Я просто сейчас езжу по полям. Это такая жопа просто. Так все просто белоснежка, блин. Тебе просто надо было выехать на поле, сфоткать X и угадай где. Это просто белый экран. Все, что я могу сказать. Это ты там у шкафа. Чё? Ты у шкафа. Какого? ЛССР. Да. Ну, все, я вижу тебя. Так. Пацаны, 2 минуты 8 секунд. И вот это место, потому что я помню, я здесь очень много раз сам PRP-шек проводил. Ну, я надеюсь, это место. Где-то вон оттуда. Да, я уже вижу похожие ворота. Не понял бы. Вот ты хочешь сказать, что ты или отсюда не уехал? Mm-hmm. 2.36, окей. А можешь скинуть мне еще раз фотку? Потому что ты мне, блин, скинул такую, что раз только смотреть можно. Да блин, а те же эти ворота были. Ты гонишь, блин. Нет. Вот так фотка была. Да блин, ты что, прикалываешься? Давай фотку мне отсюда. Сейчас. Ты пока скинул, уже 30 секунд прошло, ёпта, наоборот. А я не помню, я точно помню, что эти ворота. Или ты мне просто сейчас... Хочешь наебать? Нет. Это рели не эти ворота. Обидно, да? Loading bay. Бля. А здесь написано... А что здесь написано? Loading bay только на белом, на желтом фоне. А, у меня есть еще предположение, где эти loading bay? Типа...
Сколько там времени прошло? Да бля, прошло. Да я не могу открыть, типа, 3 минуты. Типа, у меня есть еще предложение, где это Loading Bay. Это ВЛС? Подсказочку. Да. Да? Да. А то я уже хотел просто... Именно в городе или в области? Город. Чё? Город. Блядь, где город? А где оно? Подожди. А где такое может быть? Хватит уму кататься. Просто стоп. Кто это мне пишет? Стич, привет, короче. Блин, а где оно может быть, Лола? Я не помню. Бля. Я хотел сказать, что это будет возле этого. Как оно называется? Вала армия. Ну, типа там тоже есть такое. Ну типа ВЛС? А где? Эти гаражи. Ну точно это где-то район порта. Цепил, пил, пил. Типа, что мне пацаны пишут? Стич, Эван. Эван, привет, короче, все. Я занят, короче. О, пацаны, давайте снежок пустим. Это армия. Мне кажется, где-то здесь. Потому что там, типа... Так, что мне чуть не крашено? Лодин бейс и белые текстуры. 5.11. Фушка, давай, короче, решай. Ну, где-то что-то знакомое просто. Где-то возле армии. Или нет? Какой знакомый армии? Почему я говорю армии? Потому что на Аризоне в этом... Ну, короче, ты понял. Внизу ВЛС, там где порт. В порту. Там была армия, да. Ну, типа там может быть, но вряд ли. Типа, Loading Bay. Вряд ли тут. Типа. Надо искать похожие просто надписи. Я у него стою до сих пор. Блядь, эти зуб даю и думал там просто. Думал такой изи вообще. А типа я знал только один Loading Bay, где там и все было. Ну короче, я уже всрал. Можно мне доп фото? Я просто хочу найти. Доп фото? Да, доп фото. Подожди. Пацаны, я просто такой слоупох, мне кажется, сейчас. Типа, а где рили? Loading Bay. Ну, надо фото. Это рядом. Люблю волочки белые. Не только это другой город, я ж тебе, блин, кухну. Это дисквалификация просто сразу. А у меня есть еще одна догадка, где это может быть. Да, это рядом. Я пока что без фотки. Приеду сюда. Да ты все равно проебал уже. Да я знаю. Зафоткал, конечно, ты мне. Loading Bay. Не, а можешь именно, типа, углом, как я, зафоткать? Типа, ты просто мне две стороны сфоткал, а эти углом. Бля, тут все палево. Все палево, ну я же тебе без палева скину. Скинь мне предыдущую фотку, типа. Я же забыл заскринить. Для видоса. Где этот Loading Bay, ё-моё? Loading Bay, лови. Ну и подсказку. Это или где он? Ну я понял, где-то с одной стороны это типа граффити, а с другой стороны типа Loading Bay. Ты мне не то скинул, ты мне скинул, а нет. Loading Bay и это. Бля, где оно может быть? Да. Просто оно сейчас сколько времени уже прошло? 8 минут. Да не найдешь ты меня, ё-моё. Я уже вроде понял, где это. Все. Есть у меня догадка, уже точно. Ну, это казалось такое тупое место, но я сейчас приеду туда. Ну вроде, это не точно. Вроде это там, вроде. Типа в мирном городе. Блин, ну. Хотя здесь тоже такое. Типа вряд ли там татушка есть, но. Ну типа не татушка, это граффити. Бля, их сносит как говно просто. Чё, сколько времени прошло? 8.30. Ну, полторы минуты, я чую, ты не доедешь. Да,
О, пацаны, чё, вишенка моя поехала? Вот мне что-то кажется, где-то вот это здесь. Чё, или не здесь? Давай, минута последняя, давай фотка, полись, короче. Давай последнюю фотку. Давай, минута уже, 58, 57, 56, давай. Ну пока я сделаю. Давай по-бырому. Мне просто кажется, я где-то очень-очень близко был. Возможно. Один раз просто. Если пацаны, я сейчас... Я просто... Вот... А если... Это... Скину. Сделаю вот так форточку. Это здесь. Это форточку скину. 30 секунд, 30 секунд, Димон. Там подсказка очень хорошая. Блять, это где-то... Это где-то здесь. Ну типа... Очень хорошая подсказка. А, вон, нашел. Блять, куда, как туда заехать? Вот, нашел. Ну так заедь. Да, блять. 47 секунд. Заедь. Вон она. Да я все, да я понял. Нет, ты не заехал. Ты в меня не вторанился. Все, 10. Перезать нельзя. Все, я тебя нашел. Да блин, я все равно уже просрал, короче. Блин, это такое жесткое место просто. Я думал, ты видел, куда я впервые приехал? О, Чирон белый. Почему я когда поставил белый снег все? Здрасте. Next. Здорово. Здорово. Блин. Здорово. Блин, я думал, это вообще изи будет. Нифига. Ну, короче, пацаны, ставьте лайк, если вам понравился данный видос, прятки. Мне, если честно, очень зашло, я бы еще поиграл. Но это, блин, такое тупое место. Ты понял, куда я заехал или нет? Ты в аэропорту был. Поехали. Не, я в аэропорту, да, я тоже заехал. Ну, я по карте смотрел, что-то там рядом. Иди сюда. СБУ еще было. Где ты там, едешь? Еду. А, все, я понял. Еду. Вон. А, ты сюда заехал? На эти вот, склады. Вот эти сами... Вот тут так тоже похожа надпись, понял? Только там просто с большими буквами, а здесь на желтом фоне. Ну, короче, пишите комментарии, если вам понравился данный видос. Ставьте лайк, если вам понравился. Ставьте дизлайк, если вам не понравился. Не так, не ставьте дизлайк, я просто... Я просто хочу дизлайк поставить. Ну, поставьте дизлайк, напишите там... Не знаю, хреновый звук, как вы любите писать, или там, не знаю, что-то интереснее придумать, т.д. и т.п. Чтобы было интересно. Ну, с вами был Эвушка и Талибушка. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. До свидания. А что ты заехал сюда? Я хотел здесь прятаться в следующей серии. У меня уже есть место на следующую серию.